Несколько десятков туй, саженцы яблонь, кусты спиреи и кизильника высажены в сквере на улице Можайского, который построили в Южном по программе формирования комфортной городской среды. В акции по благоустройству приняли участие представители организаций и предприятий, студенты и жители Московского района. Солнечным октябрьским днем в сквере на улице Можайского полным ходом идет осенняя посадка деревьев и кустарников. Житель микрорайона Южный и биолог по образованию Евгений Коровицын решил не оставаться в стороне и поделился своими саженцами. На будущее, конечно, посадить парковые розы, это улучшенные шиповники, коллекцию собрать где-то на участочке. Вот. И, конечно, добавить травянистыми растениями. Хосточки, остильбочки в тенистых местах. Во влажных местах можно посадить черемуху. Ведь есть черемухи с розовыми цветами, с красными листьями. Сейчас очень много сортов выведено. И парк приобретет сразу уже законченный вид. Студенты химико-технологического колледжа – постоянные участники субботников и различных акций по благоустройству. В этой части сквера они высаживают спиреи. Аккуратненько. Хорошо. Так, вот так. Засыпай, засыпай. Уже второй год я принимаю участие в субботниках и решил принять участие в этой акции, чтобы сделать свой город лучше и красивее. Так же, как и Евгений Коровицын, внести свою лепту в украшение сквера решили и другие представители социально ответственного бизнеса. На этом участке зоны отдыха появились вот такие туи. Это дерево широко используют в ландшафтном дизайне. Туя вечно зеленая, поэтому будет украшать собой пространство круглый год. Администрация Московского района всячески поддерживает такие инициативы жителей, поэтому, конечно, мы предоставляем инструмент шансовый, это и лопаты, и грабли, перчатки, все, что необходимо для работы. Также муниципальное предприятие нам и грунт предоставляет, и воду. Надеюсь, что нашими усилиями общими и жителей, и администрации парк станет красивым. И самое главное, очень хотелось бы, чтобы население, жители наши берегли этот парк и приумножали его красоту. На следующей неделе высадка саженцев будет продолжена. Присоединиться к акции по благоустройству могут все желающие.